Привет, зритель. Вчера приехала из деревни и была в процессе, потому что за 3 недели отвыкла от своей квартиры совершенно. Почему-то даже дома, ну, у меня как бы 2 дома, деревенский дом и этот. И эта квартира, короче, когда в деревне была, почему-то перед глазами была исключительно старая квартира, еще до переезда, со всем этим ее барахлом. Тут вообще какой-то диссонанс был. Короче, я вчера мясо достала из морозилки. У меня была говядина на кофе, еще там несколько кусков осталось в морозилке. Она как бы разморозилась, но я купила в итоге вчера поесть там, ну, такого всякого. Сейчас покажу холодильник. Сосиски. Мне очень нравится великолукская мясная продукция. И в Магните, когда бывает по скидке, я стараюсь покупать. Потому что у нас Магнит там, как бы, как говорит моя тетя, цены завышенные в некоторых местах. Короче, в общем, сосиски. Ну, тут всякое такое. Яиц там купила, еще чего там. И, там, знаешь, у меня мясо-то размороженное, а в морозилке у меня оказался только вот горошек. Почти полный пакетик. И еще одна заправка, которую еще перед уездом в деревню делала. Ну, засунула сюда горошек. Засунула сюда заправки. Скинула сюда мясо. Полила немного водички. И сейчас пошла на балкон в поисках какой-нибудь вообще риса или какой-нибудь крупы. И не могла вспомнить, что где находится, что как выглядит. Вообще все это. Вот, по-моему, это у меня ячмень. Ячмень же, да? Ну, то, что называют перловкой. Надеюсь, что это ячмень. Короче, я вот решила сначала на камеру, ну, на хоть хотела сфоткать, в смысле, на телефон. Но он у меня на зарядке стоит. А я собираюсь, как раз вот он зарядится, жду, когда зарядится, собираюсь потом в юбочке, которая на меня наконец-то залезла, прогуляться на автобусе. Короб с молоком, сильной обжарки. До магазина одного, ну и еще там кучу глянуть. У меня дыня, которую я вчера купила. Какая-то, типа тоже торпеда, но она совершенно какая-то другого цвета. В Магните, вон 2 банана. И я сейчас думаю, хотела на телефон, короче, сфоткать для купеда, но внезапно решила записать на видео. У меня тут минут 20, наверное, на плешке осталось еще место. Короче, сейчас вот это засыплю, наверное, чашку. Здесь у меня, значит, уже приправа с солью. Там чеснок, петрушка и соль. Мне сегодня обещали, как бы у нас, мне светит 2-я полоса картошки, ну, 1-ю полосу выкопали тетя с племянником, кажется, без меня, пока в деревне было. В общем, сегодня мне светит копание картошки в 5:30. Мне вроде как бы обещали всяких разных овощей. Но есть-то что-то надо, я думала сначала сварить суп, но тут как бы нечего по большей части варить, но можно, конечно, делать там суп-пюре, да, из гороховой, но я что-то в деревне делаю, тут, не знаю, вот может эту помидорку. Одно я сейчас делала, омлет у меня был, ну, не то, что омлет, 2 яйца, 3 маленьких сосиски, помидорка, все это как бы порезано, помешано, яичница на завтрак. А одна вот есть, я думаю, сейчас ее сюда покрошить, чашку вот этого заступать, и потом, может, уже приду заснять уже, как получилось. Вот это у меня тушеные овощи с говяжьим мясом на кости. Вот тут как бы не полная чашка, сейчас ее засыплю. И сейчас только поняла, что я даже еще не включила эту медленноварку, не вошло. Надо, конечно, как-то тут перемешать бы еще. Ой, чашка простой. И порежу помидорку. Хотя, не знаю, вот, может быть, я даже не представляю, просто помидорка с горошком тушеным, как она. Вкусно, невкусно. Я, наверное, не буду резать помидорку. Пусть она будет без помидорки. Сейчас поставлю, помешаю, поставлю, короче, этот. Воткнув сеть. Где-то полчасика у меня уже вот стоит. Я его помешала. И оно пахнет чесноком. Хотя под вот крышечка. Ну, закрытая крышка. С открытой крышкой пахнет еще чем-то теперь. Я тогда поставила в 10. Ну, может, 10 минут 11. Как-то так. Оно у нас уже, в принципе, 6 часов с хвостиком. Тушится. Правда, последнее время вот именно на подогреве, потому что я уходила. Вот оно тут все такое. Я думаю, что оно уже готово. Сейчас на тарелочку себе немножко положу. Ну, а оставлю тут дальше доходить. Вот очередные тушеные овощи. В общем, это у нас перловка с горошком, с говяжьей костью, с мясом. Ну, мясо, я думаю, часа через 2-3 будет уже совсем такое хорошее. Может быть, можно даже оставить, допустим, до завтрашнего утра на подогреве. Сейчас чуть-чуть поедим.
Забыла совершенно только сюда семена чиа положить в самом начале, и потом он придет. Я их как бы стараюсь каждый день сейчас есть, еду как-то добавлять. Может, потом какой-нибудь что-то типа смузи или... Деревня-то смузи я не делала, у меня там нет приспособлений никаких там. Ни блендеров, ничего. Ну, сейчас вот, может, там с молоком, допустим, смешаю или еще куда-нибудь добавлю. Вот такой небольшой ролик с приготовлением еды. Как-нибудь запишу такой конкретно подробный. Камеру поставлю на штатив. Ну, еще надо как-нибудь поесть на камеру этой еды. Пока, зритель!